senator from the Commonwealth of Kentucky. В Сенате Конгресса США, где большинство у республиканцев, продолжаются горячие дискуссии по вопросу отмены Обама-Кея. Эту систему медицинского страхования предыдущий президент Барак Обама принял в 2010 году. По мнению республиканцев, она неэффективна и требует больших бюджетных расходов. Дональд Трамп обещает ее отменить и заменить. 25 июля Сенат одобрил дебаты по теме. За и против проголосовало одинаковое количество сенаторов – по 50. Решающим стал голос вице-президента Майка Пенса. Он поддержал обсуждение. Пока необходимых для отмены реформы 60 голосов республиканцы набрать не могут. Дебаты будут продолжаться до конца недели. У нас сегодня есть один шанс. У нас будет шанс отменить Обама-Кея. У нас будет шанс выполнить обещания американским избирателям. Очевидно, что республиканцы в Палате представителей и Сенате далеки от соглашения. Между ними разногласия по ключевым вопросам. Это и Medicaid, и налоговые льготы, и предварительное состояние здоровья. В чем смысл этих обсуждений? Ранее Дональд Трамп призвал сенаторов не уходить на каникулы и активнее работать. Мы на шаг ближе к тому, чтобы освободить граждан от ужаса Обама-Кея. Между тем, в среду президент Дональд Трамп также написал на своей странице в Твиттер, что трансгендеры, то есть люди, сменившие пол, не смогут служить в вооруженных силах США. По его словам, медицинские счета таких людей могут дорого обойтись армии. На сегодняшний день из 1 400 000 американских военных около 10 000 являются трансгендерами.